сейчас мы сделаем коротенький обзор микроволновой печи Prime или Prime. Но это не имеет значения. Так как я не нашел нигде на YouTube обзора данной микроволновки, просто как бы когда покупаешь, хочется посмотреть хотя бы визуальный внешний вид. Поэтому запишу беглый коротенький обзор данного девайса. Микроволновка мощностью 800 Вт, значит, объемом 23 литра. Диаметр поддона у данной микроволновки 27 сантиметров. Значит, размер данной микроволновки 49,5 на 28 где-то с половиной и на 34,35. Данная микроволновка очень проста в управлении, имеет один регулятор времени разогрева и второй регулятор мощности, а также разморозку. Вот такой имеет вид, черненькая. На этом, друзья, все. Всем удачи. Пока-пока.